Вот, с рабочим визитом в Николаевск на Амуре посвятил Михаил Дегтярев. Все знают наш действующий губернатор. И все думали, что он хлопнет в ладоши и волшебным способом у нас ЧС все устранится. Вы смотрите, не знаю, кто как хлопал в ладоши, но Михаил Дегтярев по-любому сказал: трахте бедох. И мы сейчас уже, смотрите, идем по мосту через Верхнюю Патху. А сегодня, вы помните, мы все здесь шли в воде. Ну, вот смотрите, лед прям выдавливает мост. Дежурят полицейские, дежурит МЧС. И все, в общем-то, жизнь продолжается. Николаевск на Амуре. Так победим.